Привет, друзья, подписчики мои, и это Battle Nexus, 8-я часть, это не тур, это просто разговоры, подведение таких промежуточных итогов. 24 участника, 24 Бейблейда проходят в полуфиналы, в такие своеобразные. Это круто, болтовни у нас не было, мы не давали никогда никому шанс на шару, ну именно что там рандом, там типа из группы там это остался, вот проходишь дальше, это прикольно. Этот Battle Nexus, друзья мои, я просто не хочу это в финале болтать, хочу поговорить сейчас. Этот Battle Nexus был самый масштабный, у нас был 201 участник и 2 были опенер, это было очень хорошо. Это круто, были разные арены, много разных битв, это классно. Я безумно рад, что я решился все-таки это сделать, это было сложно изначально решиться, потом это будет сложно все разбирать по своим коробкам, потому что я перфекционист. Но давайте знакомиться, кто проходит дальше, попытаемся разложить их сейчас по сезонам, вряд ли у меня это получится, но попробуем. Итак, первый, кого я тут вижу, это Big Bang Genesis. Я вообще не ждал его здесь увидеть. Каким-то чудом он прошел. И это у нас четвертый же, да, сезон. По-моему, четвертый же. Четвертый. Положим, допустим, его сюда. Дальше у нас Кербеус. Каким-то вообще сверхъестественным образом он тут оказался. Но ему респект. Это был третий. И вот еще у нас есть Рактоворчик. Рактоворчик — это пятый сезон. Безумно круто. Дальше, обратите внимание, что из третьего сезона у нас есть Ревай Феникс, он классно разобрался с своими соперниками, трех одолел и прошел дальше. Здорово. Юнион Ахиллес, четвертый сезон, он выбил своего Чозетку, третий сезон, хорошо, классно. Кто еще? Есть Дракоша. Дракоша — это пятый сезон, тоже на самом деле не мой фаворит, но он тут есть, хорошо. Дальше у нас есть Фафнир, это Мираж, да, Фафнир, Возвращение Фри, тоже пятый сезон. Это прикольно. Дальше у нас остаются, давайте как мы это будем делать, по крышкам, наверное, сейчас посмотрим. Третий, сейчас мы как-нибудь вот так вот подвинем подальше. Так, получается, третий сезон — это Феникс, немножко кастомный, но третий сезон, так или иначе. Вот это горячий металл я вообще это отдельно отложу пока что. Давай, еще горячий металл тоже отдельно. Так, что еще у нас тут? О, посмотрите, это пятый, ну, крышка пятый, и Крастан тоже пятый. Посмотри, как неплохо. Пятый все вырывается пока вперед по количеству волчков. О, бля, смотри-ка, четвертый Naked Spriggan, левосторонний. Ну, только потому, что левосторонний он прошел сюда. Это ему повезло. Слушай, еще горячий металл. Горячего металла прям три волчка, да, залетело? Все, больше нету вроде. Фарнеус на Дестроя залетел. Офигеть. Так, вот это кто? Подожди. Это, по-моему, это... Так, третий, четвертый, пятый. Это шестой даже. У нас шестой сезон, шестая система. Вот он, первый проходец, который я достал. Дальше, опять... Смотри, четвертый горячий металл. Круто! Круто они, смотри, показывают себя. Дальше, это у нас получается снова пятый. Снова пятый. И остается немножко волчков, друзья мои. Смотрим. Гидра. Гидра у нас четвертый. Чозетка — это у нас третий. Дальше, вот это у нас шестой. Ой, типа, подожди, шестой, господи. Пятый. Дальше это у нас шестой как раз таки сезон. Два Белиала, да, залетело, смотри. Вот этот у нас тоже пятый. И еще двое. А, еще пятый и третий. Ну, по числам, да. Четыре горящего металла. Четыре у нас получается четвертый сезон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Удивительно, но шесть волчков из третьего сезона. Два из пятого, из шестого, седьмого. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И девять волчков из пятого сезона. Получается так. Подожди, у нас тут 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Что? Как так получилось? Нет, не может быть, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, два. Чего?
Нет, подожди, почему? Как так? Что-то я, друзья мои, сделал не так? Почему у нас? Стоп! Нет, подожди, а почему у нас осталось? Почему у нас 25 участников? Такого быть. Подожди, у нас же было как? У нас было. У нас должен был участник выскочить. В следующем, друзья мои, круги. Вот как получается. То есть у нас должен был этот самый, подожди, у нас Сприган с Геркулесом, да? Блин, да, у нас же было 51 участник, и у нас все правильно, 25-25. Все-таки у нас должен был в четвертом туре один лишний выскочить, а не сейчас. А как же делать? Подожди, у нас бы все равно было 26 участников. Тогда должно было бы двое выскочить. Да, получается, друзья мои, должно было выскочить двое. Кто у нас там оставался? У нас там оставался. Хотя, в принципе. Так и нет, у нас оставался Сприган. И Феникс бился с Геркулесом. А как же так? Почему с один? Ну, хорошо, окей. Два прошли на шару, два выскочат. Тоже останутся. Да, все, окей, договорились. Тогда в следующем туре, в четвертом туре, один волчок какой-то тоже выскочит, чтобы было два. О, они будут биться не с финальным боссом, а просто они будут открывать. Да, они будут открывать наш, соответственно, майн. Во, вот так мы порешали, да. А Геркулес с Фениксом, да, все, отлично, 25 человек. Хорошо. Итого, что мы здесь, получается, видим? Что по факту сейчас больше у нас пятого сезона. Но, по сути, и волчков... Нет, там, наверное, было не больше. Там было не больше, там было плюс-минус одинаково с четвертым. Было мало волчков шестого сезона, и в целом я рад, что двое только, ну, оказались здесь. Но это интересно. Дальше, друзья мои, будет еще интересней. Что у нас получается? Послезавтра у нас будет, получается, девятый такой тур. Вот, отсев. Да, мы тогда Сприган с кем-то, да, откроет наш майн-эвент. Вот, это будет прикольно. Да, все правильно. Двое зашли на шару, двое вылетели. Да, странно, как-то я так просчитался. А потому что надо было одного пускать дальше. Так а кого одного? А, подожди, ну технически мы же можем сейчас Спригана просто пустить дальше. А так а куда? У нас останется 26 волчков. 26. А, 26 уже не делится. Ладно, я что-нибудь придумаю. Друзья мои, все, подписка, ставьте лайк, всем удачи, всем пока-пока.